Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает. Сегодня у нас интереснейший видос, ведь я расскажу о том, как лично тебя и твой аккаунт могут взломать админы на BlackRush. Чтобы этого не случилось, смотри видеоролик обязательно до самого конца. Если еще не знаком с BlackRush, то просто знай, что это лучший проект криминальной России на телефоне. Чтобы играть, спустись в описании по ссылке и скачай лаунчер, который сам установит игру. Далее заходи на премиальный сервер Cherry и для быстрого старта вводи мой ник при регистрации Crate Gaming и вводи мой ютуберский промокод #Crate. Также не забывай, что на канале проходит розыгрыш на новый, тюнингованный гелик, который мне достался на халяву. Если хочешь получить гелик на халяву, просто подпишись на канал с колокольчиком, пробей кнопку лайка и напиши как можно больше комментариев. А итоги розыгрыша будут на стриме 7 февраля в 21:00 по МСК. Желаю выиграть именно тебе, а мы переходим к видеоролику. Приятного просмотра! Естественно, мы должны понимать, что у администрации проекта нет никакого смысла взламывать аккаунты игроков, ведь они и так ко всем аккаунтам имеют доступ. Другое дело, что скамеры берут облик админов и вытягивают из игроков логины и пароли от аккаунтов. После успешной кражи аккаунта мошенник или скидывает все имущество на основной акк, что опасно для него самого, ведь могут по жалобе админы вычислить с камеры и забанить. Или, что бывает почти всегда, выкладывает краденый аккаунт на биржу покупок и продажи аккаунтов BlackRush. Именно поэтому я не рекомендую покупать аккаунты, так как они чаще всего крадены и на них очень быстро прилетают баны. Причем перманентные, то есть навсегда. Итак, какими способами к тебе могут постучаться с камеры под видом администрации или какого-то ютубера? Мошенник пишет тебе с хорошо подделанной фейк-страницы ютубера или админа и говорит, что ты выиграл в конкурсе. Но, во-первых, участвовал ли ты вообще в конкурсах и на какие призы? Если ты не знаешь, за какой конкурс тебе дают такой приз, то сразу понятно, что ты общаешься со скамером. Всегда мошенник предлагает задонатить, например, верты или донат рубли, имея доступ к аккаунту. Но для доната нужно иметь только логин и сервер. Никакого пароля. Настоящий ютубер или админ не попросит пароля для выдачи приза. Вроде все просто и очевидно, но дальше будет интересней. Скамер от лица админа пишет тебе и говорит, что вы получаете приз, ведь вы выиграли в конкурсе, но вы должны подтвердить, что вы являетесь тем самым победителем, поэтому авторизуйтесь в личном кабинете. А прикол в том, что на официальном сайте нет такой вкладки, как личный кабинет, а на фишинговом сайте, который является фейком, есть. Тут даже оформление скопировано, но это другой сайт, то есть у него домен другой. И если ты ведешь там верные данные, номер сервера, логин и пароль, то через пару деньков ты увидишь свой аккаунт в списке продаваемых на бирже продажи и покупки аккаунтов. Какая неожиданность, не правда? Так что тщательно проверяйте домен сайта, официальный ли это сайт или фишинговый. Вроде как это все способы взлома аккаунтов, по крайней мере 99% краш-аков происходит именно так. Поэтому проверяйте, кто с вами общается. Но кроме правил предосторожности, нужно еще обезопасить свой аккаунт на BlackRush. Благо сейчас есть такая возможность. Но мой друг об этом не знал и его взломали, а он никак не смог восстановить аккаунт. Просто потерял аккаунт, хотя если бы привязал аккаунт к странице ВК или к Google почте, а лучше ко всему и сразу, то бы восстановил аккаунт. Поэтому пиши команду /mn и находи вкладку «Безопасность» и привязывай акк к чему тебе удобней, чтобы в случае чего вернуть акк из лап мошенников. А для вас, как всегда, старался Крейт, еще услышимся, ребятки, пока-пока.